пожелать, чтобы все лучшее, что было в 21-м, мы забрали с собой в 22-й. А то, что не нравится, то, что не должно быть с нами, пусть останется в прошлом. Самое главное, мы это все понимаем сегодня, это здоровье. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом. Спасибо вам за новогодние подарки, за новое жилье на Соколе, за новое жилье сегодня, когда вы передавали ключи в новостройках на ЖК Нагаевский. Еще в этом году, я так понимаю, подарки не закончатся. Поэтому всем вам желаю здоровья. И всем, чтобы все желания, которые детки положат под новогоднюю елочку, чтобы обязательно сбылись. Для этого все сделают и власть, и родители. С праздником вас, дорогие магаданцы!